Всем привет! Мы опять в лесу. Друзья, ну, косьба продолжается. Так я вам скажу, через каждые 2 метра благородный гриб. Друзья, куда голову не поверни, везде грибы. Везде. Вот такой, друзья, грибок. С такой вот дырочкой. I know you've been looking for weakness, but even if I told you all my secrets, there is still a part of me I'm missing. I can't be found. Комар в лесу есть, но мало, поэтому вам решать, брать ли с собой средства от комаров, клещей и так далее, конечно. И клещей вроде лосиных мало, которые всегда они не вредные, но неприятно в волосах, когда возятся, попадают. Вчера их тоже не было. И вот, друзья, грибок беленький, вот так вот, красавчик. Тоже слизень подъел его, но не страшно. Хороший такой. Как у арбуза, шапка. Гримит. О, кладем. Друзья, куда голову не поверни, везде грибы. Красавчик. А вот там вот. Вдалеке вижу. Вон он. Извините за камеру, которая без стабилизации. Вот. Смотрите. Красавчик. Берем. Выкрутили, положили. Ёрка пока оставим здесь. С вами пройду до следующего гриба. Наверное, старый. Берем. Слышны голоса грибников. Походу, они на полянке. Ту, которую я знаю. Вот так вот. Красивый. Сейчас подойдем, посмотрим белый. Вот он. Стоит. Ждет. Ну, честно, уже брать не буду. Видите, мягкое. Все. Все. Такая вот красота в лесу. Не переключаемся, друзья. Ну что, друзья, еще сигнальчик был подойти к этому грибку. Но шляпка у него, походу, уже, да, лосиновичек, шляпка у него все. Мягкая, и червь съел. Чтобы не быть голословным, что грибов много, никуда голову не поверни. Вот он беленький стоит. Вот хороший. Немножко поедем слизнями, но ничего. Да. На каждого грибника свой гриб, как говорят. А мы смотрим, не переключаемся. Ну что, друзья? Я шел и увидел красоту. Сейчас мы к ней подойдем, посмотрим. И сейчас мы будем идти и смотреть. Так, надеюсь, вам видно такую картину красивую. Да. И не переключайтесь. Смотрите, друзья, какая красота. Это сыроежка рядом растет. Выкручиваем. Нет, маленький, друзья, видите, отрухлявый. Смотрим большой. Большой хороший. Такой вот красавчик. Маленький оказался уже гнилой. И, друзья, вот смотрите, повернул голову туда. Да, где есть грибы, их надо еще увидеть. Смотрите, вот тут опять поворачиваю, красота, стоит подосиной. Видите? Вот она. Берем. Опа. Не отходя от кассы, как говорят. Так, дальше. Дальше. Я уже потерял из виду его. Ну, где-то... Молоденький подосиновичек, но уже подъеден немного. Берем, берем. Так. Ведерко все на месте стоит. Идем вот сюда. Вот смотрите. Стоят три белых. Здесь два. Видите? И вон там еще один. Смотрим. Хорошенький. Еще один. Хорошенький, но поеденный. Чуть. Так. Подвигаемся к этому. Вот он. Так вот. Немножко старенький, но вроде бы ничего. Берем. Как ни странно, мало березовик. Так, друзья. Корзина почти полная, но мы будем подрезать сейчас немного на месте ножки, чистить гриб. Ну что, друзья, перешел я с той полосы леса в другую часть. И вот опять подосиновик. Вот он стоит, красавчик, ждет, ждет грибника. И я пришел и забрал его. Вот так вот. Красиво. Тут же после подосиновика увидел белый, не стал снимать. Думал, мало ли, червивый, что вам показывать. Ну, вообще гнилой. Но нет, красавец. Вот. Кладем. И вот там стоит один. Вот там стоит подберезовик, подосиновик. Сейчас мы посмотрим. Этот, скорее всего, уже застарелый. может и нет. Смотрим. Вот он, красавчик. Ножка вроде жесткая. Ломался. Тут поеденный. Ладно, двигаемся. А вот там стоит подосиновичек. Давайте по кругу. Сейчас я принесу. Положу этот гриб сюда. Так. С вами красивый берем. А вон он стоит еще один. Вот он, красавчик, берем. Вот так вот. Вот такие красавцы два. Тоже зачетное место. Пожалел, что перешел я сюда. Ну, идем к своему ведру и еще смотрим в округе. Подвинем. Вот так вот, на длинной ножке стоит красавчик. Вот он, три подосиновичка. Вот они, красавцы. Да. Такие вот грибочки. Красивые. Осматриваемся. Там стоит третий, но уже готовый. Так, смотрим. Выкручиваем. Вот так. Да, этот брать не будем. Видите, уже все. Так, смотрим этот. Ну, этот еще такой. Но тоже брать не будем. Так, ну, не беда. Коморчики красивые. Стоят. Еще грибок. Грибичок. Молоденький. Такой вот красавец. Выкручиваем. Жесткий. Немножко улитка подъела. Не беда. Берем. Шапка темная. Двигаемся дальше. Друзья, вот я нашел свою полянку. Вот. И когда я еще не занимался копом, много-много лет назад, здесь я видел столб с указателем дороги. Деревня Флешкина, по-моему, было написано. И вот, смотрите, вот дорога идет вот туда. И вот столб, но на нем не осталось указателя. Возможно, где-то рядом есть еще один столб. Но знаю точно, что направление было показано. Так вот. Такой столбик. И надо прийти сюда будет с прибором. Даже какая-то метка осталась на столбу. Непонятно, правда. Что тут написано? Какая-то шестерка. Что-то такое. Ладно, друзья, смотрим, не переключаем. Друзья, пошел дождик. Но пока он нам не помеха, не сильный, но уже направление держим к дому. И вот был сигнальчик, вот такой вот грибочек стоит беленький, денешенький. Вот так вот его. Тоже улиточка малость подъела. Хорошенький, хорошенький. Так вот. Кладем. Двигаемся, двигаемся дальше. Ну что, друзья, мы пока еще возвращаемся. Дождик еще крапает. Вот. И на забор вот стоит беленький. Но боюсь, что у него... да не, просто ножка такая. Сейчас обрежем. Грибочек хороший. Отлично. Так. Идем дальше. Так вот. Ой, ломался, ну хороший. Идем ко второму. Плавно подлетаем. И стоит второй красавчик. Выкручиваем. Вот он, красавец. Друзья, вот такие вот. Два беленьких. Ну что, продолжаем добор. Ну что, друзья, мы возвращаемся, но еще ведем поиск. Слышите, да? Трасса недалеко. Ну как бы эхо. На самом деле далеко еще, где-то с километр. И смотрите, не буду выключать камеру в онлайне, сейчас я вам все покажу. Вот подосиновичек. Накручиваем. Вот так вот. Ой, красавец. Ой, красивый. Яркий. Так, смотрите. Идем по кругу. Сейчас я вас веду вот сюда вот. Так, здесь у нас поганки, но повернем налево, и вот он стоит красивый, красавчик, с длинной ножкой, вот так вот, вот такой вот, красавец. Ладно, а мы движемся дальше. Друзья, ну выкрутил еще два подосиновичка. Не стал вам показывать, они маленькие. Вот он. Вот он. И вот еще один стоит. Берем. Так вот. Вот, друзья, три беленьких поднял. И вот там, около корзинки, еще поднял три беленьких вот этих. Вот они стоят, лежат у меня. Раз, два, три, пять. Ну, можно руку взять, сейчас от травы немножко очищу. уже пришли на дачу и закончили наш поход за грибами. Ну, думаю, поход был удачный. Вот результат, как вы уже видели, пока я собирал грибочки. Вот. Желаю всем удачных таких походов, грибачинга, здоровья и удачи. Всем до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал Кладоискатель, эволюция поиска. Юрий всегда с вами.